ареста Шпигеля. Ну и заодно пензенского губернатора замели. Если помните, этот человек прославился в прошлом году, позапрошлым уже, эпической речью о том, что массовая драка между русскими и цыганами в селе Чемодановка была результатом происков Америки. А огромные деньги загоняют на подготовку людей, рассказывал губернатор. Ну, конечно, вот просто видно, как это самое ЦРУ, ФБР и Госдеп все вместе совещаются, как дестабилизировать ситуацию в селе Чемодановка. Это не анекдот, это он сказал. И вот действительно оказалось, что деньги были не маленькие, но оказались эти деньги не в селе Чемодановка у подрывных элементов, а у самого Белозерцева, если верить следствию, и загонял их не Запад, а хозяин биотека Борис Шпигель. Причем набрал губернатор на выборах 78% голосов. И как-то вот сейчас никто за него на улицу не выходит, потому что, знаете, нарисованные избиратели на улицу не выходят. Это к вопросу о той пропасти, которая стоит перед Кремлем, потому что, может быть, 500 тысяч – это не так уж и много, если они выйдут на улицу. Но с той-то стороны, а выходят-то только те, кому разгвардейцы, которым платят зарплату. Кстати, обратите внимание, что совершенно удивительная история, что там еще и арестовали какую-то женщину за фальсификации в пользу губернатора. Я не помню, она, по-моему, была руководительницей какой-то из избирательных комиссий. И вот это, опять же, к вопросу о Роберте Конквисте, о том, что поведение системы проще всего объяснить, что если предположить, что во главе ее стоят ее лютые враги, потому что, ну, вот эта вот тетка в чем виновата? А как-то я думаю, что сейчас многие тетки, которые вбрасывали бюллетени пачками, лупают глазами и говорят, это как же? Нам же велели, мы же вбрасывали. Мы же не знали, что его потом арестуют и заодно заметут и нас. Но понятно, что дело не в губернаторе, понятно, что дело в Борисе Шпигеле, просто это несравнимые величины. А Борис Шпигель, ну вот тут я, конечно, должна немножко рассказать об этом персонаже, потому что это такой Березовский от фармацевтики. Такой динозавр, ископаемый 90-х годов, с огромными связями, с большими понтами, коллекционер, владелец огромной библиотеки, с тапочками, на одном из которых написано «всегда», а на другом «прав». А вот когда я здесь разговаривала со своими многими знакомыми, потому что я сильно интересуюсь фармацевтическим бизнесом, они мне рассказали несколько удивительных историй. Конечно, я свечку не держала, но вот в свое время Шпигель выиграл суд с фармацевтическим израильским гигантом Тева и якобы хвастался, вот кому решить дело в Верховном суде. А в другом случае якобы он кричал на министра соответствующего, ты кому выдаешь лицензии, когда начались поставки российских препаратов, которые конкурировали со Шпигелем. Еще раз повторяю, я свечку не держала, это могло быть не так, но вот те, кто знает Шпигеля, должны сказать, что вот могут, должны знать, что лоббистом он был, конечно, могучим. И, собственно, гремел он ровно тогда, когда был дикий российский фармрынок. Тогда не было, наверное, человека на нем влиятельнее, чем Шпигель, потому что дело было не в заводах, которые у него были. Заводы как раз были советское барахло, а вот его ноу-хау – это было посредничество, потому что вывести зарубежный препарат на российский рынок – это, собственно, и был бизнес Шпигеля. Если он посредничал, они выходили, если не посредничал, могли и не выйти. И вот если вас когда-нибудь удивляло, каким образом в нищей России в конце 90-х, начале 2000-х, вот в плохом состоянии медицины, вдруг действительно за рубежом стали закупать дорогие препараты для больных, пусть не для всех, пусть это были какие-то куцые федеральные программы, но почему на это тратились огромные деньги, почему огромные деньги тратились на программу «7 нозологий», а это для лечения орфанных болезней, то я думаю, что один из ответов заключается в том, что потому что был Шпигель. Потому что, помните, вот в 90-х годах были спецэкспортеры.
покупал бизнесмен алюминий за деревянные рубли, вывозил на Запад, там это стоило гигантскую, в несколько сотен, то есть тысяч раз больше сумму в валюте, и на эти 2% он жил. А вы скажете, почему же все так не делали? А потому что, чтобы вывезти на Запад, надо было иметь лицензию и статус спецэкспортера. Вот Шпигель был специмпортер. Он делал то же самое, относительно лекарств, но не вывозил, а завозил. И если западный фармгигант хотел выйти на российский рынок, ну, проще всего вот было обратиться к специмпортеру Шпигелю. А, кстати говоря, подробности этого сотрудничества они становились предметом расследования американской СЭК. И, например, в 2016 году СЭК влепила уже упоминавшейся на израильской компании Тева 520 миллионов долларов штрафа за коррупцию за рубежом, и в числе прочего как раз там описывала СЭК взаимодействие Тева с неким неназванным высокопоставленным россиянином, который был сенатором и зампредом комитета Федерации, Совета Федерации с 2003 по март 2013 года. И описывала, как этот сенатор помог Тева включить лекарство, которое она продавала от рассеянного склероза, оно называлось Копаксон, как раз в госпрограмму. То есть его закупали за бюджетные деньги. Госпрограмму 7 на залоги. В обмен он получил статус дистрибьютора, скидки и уверение, что конкуренты Копаксона не будут Минздравом зарегистрированы. Ну и, как легко догадаться, как раз сенатором с 2003 по 2013 год был Шпигель. В 2012 году СЕК начала аналогичное расследование про Эли Лили. И я напоминаю, что тогда Шпигель рассказывал, что вот точно так же, как и губернатор Белозерцев, про оранжевые революции, что нам не нужна помощь Запада и так далее, и так далее. А вот, конечно, сейчас звезда Шпигеля сильно сдулась, потому что российский рынок уже последние несколько лет как капитально изменился. На нем появились реальные производители, ну, тот же Харитонин, Репик, Винокуров. И, с одной стороны, у них была гигантская административная поддержка, с другой стороны, это были реальные технократы, которые модернизировали производство и запускали импортозамещающие препараты. Соответственно, они не нуждались в протекции Шпигеля, ну, потому что, например, Винокуров, он зять Лаврова и партнер Чемизова. И ровно наоборот, под их напором началась другая административная революция. Был взят курс на импортозамещение, началось правило, на мой взгляд, очень страшное, третий лишний, в том смысле, что государство запрещает покупать у иностранцев, если на конкурс представлены два отечественных препарата. А то, что эти препараты могут быть плохо сделаны или плохо очищены, или что иногда бывает, как говорят, вот партию поставили на соискание лицензии и хорошо очистили на хроматографическом фильтре, а потом обычным пациентам стали ставить партии, которые подверглись менее тщательной очистке. Ну вот это как-то упускается из виду. Более того, появились нормальные производящие фармацевтические компании, появились настоящие дистрибьюторы. То есть те люди, которые, собственно, заняты логическим бизнесом по доставке товара максимально комфортным способом по максимально низкой цене. То есть это был действительно дистрибьютор, а не человек, который знает всех в правительстве. Это стал суперконкурентный бизнес, потому что вот, ну, маржа дистрибьютора сейчас составляет 3%, и люди за копейку удавятся, и нету ни надобности ни в каких эксклюзивных контрактах, потому что, собственно, ну, зачем человеку, кому-то там, особенно внутри России, эксклюзивный контракт с дистрибьютором? Все соревнуются, вот как мне замечательно сказал один из моих собеседников, каждый раз, когда есть эксклюзивный контракт, это плохо пахнет и вызывает вопросы. А, соответственно, Шпигель на этом фоне смотрелся бледно. Он по-прежнему считался в Кремле главным лоббистом по вопросу фармацевтики. Например, он выступал лоббистом маркировки лекарств. Но вот в 2019 году среди дистрибьюторов его биотек занимал 12-е место, это при том, что там первая шестерка-семерка занимала 70% рынка. Плюс понятно, что производство на этих старых советских заводах, из них какой-то он там еще и продал, вообще не было сильной стороной Шпигеля. Ну и зачем? Потому что вы представляете, вот то, что описывает СЕК. Вы обеспечиваете эксклюзивный контракт,
Вы получаете право эксклюзивной дистрибьюции в обмен на какие-то услуги, которые указаны вам западной компании, и нафига вам какое-то производство. И вот, собственно, Шпигель превратился в такого динозавра, потому что он создал в России спрос на современные лекарственные препараты. Вот это его такая заслуга, отметим. Но просто теперь этот спрос по-другому удовлетворялся. И, соответственно, ему оставалось, ну, там, Пензенская область, где он традиционно был силен, там как раз стоял один из его заводов, там, библиотека его. И тут происходит ковид. И вот тут происходит, потому что мало кто на рынке сейчас понимает, за что взяли Шпигеля, и я сразу скажу, что то, что я говорю, это моя собственная теория. Она основывается на следующем, на то, что я знаю, и на то, что я домыслила. Потому что смотрите, что произошло после ковида. Произошло, если вы помните, некие безумные административные решения, которые очень мало просуществовали, но они были абсолютно безумные. Потому что одно из них, например, было, что типа все тесты может делать только вот тот самый новосибирский вектор, который сейчас сделал вакцину, антитела, которые обнаруживаются только тестами самого вектора. И, соответственно, этот вектор, помните, Навальный публиковал, как у него там старший научный сотрудник получает, ищут они не то на 15 тысяч рублей, не то на 10, ну просто не мог делать эти тесты. А потом был еще более безумный документ о том, что дистрибьюторами масок, которые можно делать, извините, на коленке, любой частник, может быть только структура Ростеха. Ну, это был абсолютно мертворожденный документ, то есть он реально просто даже не... Вот эта попытка ввести госмонополию на то, что государство физически не могло делать в момент ковида, конечно, не могла устоять. И, конечно, первыми, кто разрушил эту монополию, были медицинские лоббисты. И вот оказалось, что ковид и Шпигель, они просто созданы для друг друга. Потому что Шпигель снова взорлил. И была, помните, история, когда московские власти закупили сотни тысяч нидерландских тестов на ковид, наплевав на эту самую монополию. А потом оказалось, что, значит, тесты не нидерландские, а китайские, надежность их ничтожна, по всей Европе от них отказываются. И, значит, вдобавок их отпускная цена в Китае в пересчете на рубли где-то 400 рублей, а Шпигель распределяет их, продает по 2000 рублей. А потом, значит, были другие медицинские поставки, потом, значит, была вот дистрибьюция как раз этих российских фуфламицидов. На 102 года, 2% за год ковида вырос оборот компании. И вот дальше начинается очень интересная история, потому что к Владимиру Владимировичу после этого года начинают ходить, насколько я понимаю, чекисты, и вот все самые государственники, которые, на наше счастье, не смогли удержать монополию там, над костюмами, масками, тестами, и говорит: а знаете, как эти частники нажились на масках? Давайте разберемся с масочниками. На людском горе нажились. И, соответственно, вот ночь на 21 марта Шпигеля принимают прямо в аэропорту, потом берут его жену, потом берут его директора, потом берут водителя представительства Пензенской области. Посмотрите на Шпигеля, ну он такой огромный, весь опухший, ну понятно, что это человек очень больной, который реально переносил клиническую смерть, и вот когда видишь, как Шпигеля вносят в кабинет на носилках, и когда он говорит членам ОНК: я не жилец, я не знаю, вот я не могу судить, вот он говорит, что к нему прямо там чекист, который предлагал крышевать его бизнес, пришел в СИЗО и попросил в камере, сказал: ну вот видишь, я тебе говорил, да, я не могу судить об этом, да, но понятно, что эти сокрушительные аресты, вот, ровно для того, чтобы у Шпигеля все отнять и чтобы он во всем признался. А производства-то у него, заметьте, нет, чтобы отнять. Дистрибьюцию поделить нельзя, потому что логистика такая штука, что она уходит между пальцев. Ну да, можно отобрать сферы влияния, можно раздеть как липку. А самое главное – кэш. Кэша у Шпигеля много. Вот у меня почему меня вызывает некоторые вопросы внутренний этот рассказ Шпигеля про то, что к нему в камеру пришел чекист и сказал: ну вот видишь, потому что я не понимаю, что у Шпигеля можно отнять. И получается, что у Шпигеля на самом деле можно отнять главным образом кэш.
И вот я тут вам хочу сказать по поводу такого рода борьбы с коррупцией. Помните анекдот про ненастоящие елочные игрушки, которые завезли в магазин, что выглядят как настоящие, а радости никакой? Вот ненастоящая борьба с коррупцией выглядит точно так же. Потому что я полагаю, еще раз повторяю, это мое собственное предположение, хотя основанное на истории о том, что я знаю, что там ходили и жаловались разные представители госструктур о том, как частники нажились на ковиде. Вот что арестовали его, потому что госструктуры не смогли удержать этой безумной монополии на ковид, не простили частным операторам и теперь прибежали к Путину с бумажками о том, что вот значит, как частные операторы продавали дерьмовые китайские тесты по пятикратной цене. И чтобы сказать, вот кто оказывается виноват в эпидемии народу. А оказывается, виноват Шпигель, и меня, как это, честно говоря, совсем не радует.